Освобождению Чехословакии советской армией было посвящено торжественное собрание представителей трудящихся Москвы. В президиуме товарищи Суслов, секретарь ЦК Компартии Чехословакии Ленард, товарищи Кириленко, Шелепин, Катушев, посол Чехословакии в СССР Коуцкий. Собрание открыл секретарь Московского городского комитета партии товарищ Павлов. Участник боев за освобождение Чехословакии, герой Советского Союза Иванов, обратился со словами привета к трудящимся Чехословакии. С речи выступил секретарь ЦК Компартии Чехословакии товарищ Ленард. «Мы будем верны завету Клемента Готвальда», — сказал он, — «с Советским Союзом на вечные времена».